Всем привет! Пресс-служба СК Хабаровск представляет вашему вниманию обзор матча армейцев с представителем казахстанской премьер-лиги футбольным клубом «Шахтер» из Караганды. У микрофона Роман Игнатик. Наша команда вышла на игру в следующем составе. Игорь Обухов в воротах, два центральных защитника Николай Зайцев и Кирилл Суслов. Справа в обороне Роман Мануилов, слева игрок на просмотре. Три центральных полузащитника Ираклий Квиквискири, Владислав Камилов и Михаил Гащенков, Владислав Брагин и Артемий Малеев ближе к флангам и единственный центральный нападающий Константин Базилюк. У «Шахтера» в центре обороны играл хорошо знакомый нам Андрей Буйволов, а ворота защищал Давид Юрченко, известный по выступлениям за Мордовию, Уфу, Анжи, Тосно и Енисей. Пропустили армейцы очень быстро и очень неожиданно. На 5-й минуте Игорь Обухов неудачно ввел мяч в игру, и «Шахтер» тут же за это наказал. Павел Кривенцев пробил неотразимо в дальний угол. Шансов на то, чтобы исправить свою ошибку, у нашего голкипера фактически не было. Поддержать коллегу по цеху вызвался Давид Юрченко. Во время углового вратарь соперника махнул мимо мяча, но защитники его подстраховали. После этого голкиперы играли уже куда надежнее. Еще один угловой, теперь уже у наших ворот, отличная подача. И в воздух взмыли кудряшки Андрея Буйволова. Экс-защитник СКА простил своих недавних партнеров и отправил мяч выше перекладины. Самый явный момент для того, чтобы сравнять счет, был у Ильи Кузьмичева. Нападающий уже по ходу первого тайма заменил Артемия Малеева. Очень хорошую передачу в этом эпизоде вырезал Влад Камилов, но Кузьмичев не смог в ближнем бою переиграть Юрченко, который в очередной раз подтвердил, что является очень надежным голкипером. «Шахтер» отвечает, и вновь в центре внимания Буйволов. Защитник протащил мяч практически до чужой штрафной, отпасовал на партнера. Удар, и мяч, скользнув по ноге Зайцева, угодил в штангу. Алексей Подубский в перерыве замен не сделал, но по ходу второго тайма на поле появились Новиков, Эльмурзаев и Кацаев. Армейцы хотели отыграться и создали несколько хороших моментов. Вот Брагин бьет по воротам, его удар заблокирован. Далее попытка Квиквискири уже куда более опасная, и Юрченко на месте. Снова атака СКА. Камилов с левого фланга выводит на удар все того же Брагина, и Влад стреляет выше цели. Хабаровчане не сбавляют обороты. Мокрый газон помог Камилову отобрать мяч. На этот раз полузащитник выбирает адресатом Квиквискири, и Ираклий едва не застает врасплох Юрченко. Очень хороший по задумке удар разминулся с дальней девяткой. И вновь Камилов дирижирует. Длинная передача на Кузьмичева. Илья на фланге возвращает мяч Владу. Но у того удар толком не получается, и от ноги защитника мяч уходит на угловой. Едва ли не единственный момент «Шахтера» во втором тайме возник после обрезки игрока на просмотре. Соперник довел дело до удара, но в створ не попал. Было и удаление в нашем матче, причем красную карточку получил все тот же Андрей Буйволов. На 66-й минуте защитник нарушил правила в центре поля и увидел перед собой вторую желтую. С решением арбитра, конечно, был в корне не согласен, но в любом случае СКА Хабаровск не получил численного преимущества. По договоренности клубов вместо Буйволова на поле вышел один из запасных. Последний шанс вырвать ничью был у Камилова. Влад бил из-за пределов штрафной с левой ноги, но в этом эпизоде Юрченко, пожалуй, все контролировал. В итоге победа «Шахтера» с минимальным счетом. СКА Хабаровск завершает второй турецкий сбор и после небольшого отдыха соберется в Крымске, где пройдет финальная часть подготовки к сезону. Мы, как обычно, постараемся держать вас в курсе событий. Всем пока-пока!